За первую неделю марта в челябинских магазинах подешевела свинина, говядина и сливочное масло. А вот пшено, чай и лук выросли в цене. Такие данные озвучили активисты народного контроля. Они сравнили стоимость 23 продуктов в нескольких сетевых супермаркетах областного центра. Так, например, стоимость килограмма говядины в различных магазинах колеблется от 315 рублей до 519 рублей. Свинина дешевле всего в супермаркете «Лента» – 215 рублей за 1 килограмм. Самую дорогую свинину продают в «Ашане» – почти 262 рубля. За первую неделю марта почти на 15 рублей по сравнению с февралем подешевело сливочное масло. В «Ашане» килограмм стоит 210 рублей. Дороже всего в «Молнии» – почти 333 рубля. Изменилась и стоимость литра молока. В среднем оно подешевело на 59 копеек. Самую демократичную цену народные контролеры нашли в «Ашане» – 32 рубля 22 копейки за литр. Народные контролеры заявляют, что продуктовая корзина подешевела за первую неделю марта на 48 рублей, а входит в нее 23 продукта. Помимо свинины и говядины – хлеб, мясо, курица, гречка, сахар, картофель, яблоки. Рейтинг общественники составляют на основе сравнения цен в сетевых магазинах и не учитывают дополнительные скидки по картам покупателей. Согласно народному контролю, дешевле всего покупать продукты в «Ленте», на втором месте «Ашан», на третьем – сеть «Магнит». Подробную сравнительную таблицу с указанием цен в разных магазинах ищите на нашем сайте одинобл.ру.